Друзья, всем привет! Сегодня у нас какое 6 число, 6 декабря. У нас в работе следующие автомобили. Первый автомобиль это у нас Toyota Vesta, ой, Toyota Vesta, Lada Vesta, на установке магнитолы и камеры заднего вида. Клиент все приобрел сам, мы только устанавливаем. Вторая машина на сегодня, друзья, это у нас Subaru VRX. Машина у нас уже была на установке, ставили мы сюда магнитолу от компании Alpine, кстати говоря. Сейчас клиент приехал к нам, обратился, попросил зашумить багажник, потому что очень шумно от выхлопа. Ну, попробуем, поможем, может быть, проблему решим. Третья машина сегодня у нас Lexus GX 460, по-моему. Да. 470. Он у нас на большом мелком комплексе, назовем это так. Очень много мелких доработок попросили сделать. Замена лампочек, замена камеры, там с ключами разобраться, сигнализацией разобраться. Короче, всего много, но все мелкое. Все сделаем. Думаю, сегодня к вечеру отдадим. Последнее авто на сегодня – это Honda, одно из самых новых моделей, заехала на установку Starline S96. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и приезжайте к нам на установку.